Красиво представлен стенд. Так, вот эти вот сложные улья, вот как они классно запилили. Посмотрим, что он рассказывает. Okay, they will take it from inside then. Yes, yes. Okay. From where? Okay, they will from take here. It here. Yeah. Они снизу заходят, понятно, они снизу заходят, получается, да? This is Can I take a picture? And yeah, the bee yes, to go of this? Bee, yeah. Yes, yes. Come here and if you close, I'm close. And it's true and cake. It's not always open. Ah. But if you put cake in here, like this. Все, if you put true, you can turn. Okay. If you remove it, the time is okay. Okay. If it is okay. Yeah. Because. Okay. Да, переворачивается. Okay. Then, if it is syrup, you close it. Yeah. Да, когда вы дали сироп, подкормку вы закрываете. So that it will be leaking inside, but it will not. Yes. And then? А вот как выглядит, когда открыто. And this one now is... Смотри. Надо закрыть. You have the... Закрыл. Открыть. Переворачиваешь, понял, открыл. Ну, это дно. Как кормушка действует, понял? Это... Ага, пролазит чего. Да, понял? Okay, you have the sections here. But what I mean? This one is more like this, but А как вощину вставлять? Ты брал катался? Так, ну и сложные модификации, очень долго разбираться с ними. Мы каталог возьмем, если будет интересно, что-то почерпнем. Но сетчатые, конечно, вот радует меня их, конечно, производство в Турции этих донев, да? Радует производство в Турции донев сетчатых. Батарея садится, надо заряжаться. Ну, пойдем. Вот. Пластик отличный, хороший и... Да, вообще все пластик. У них проблемы в этом, что с деревом не ходят. Слабение. Вот такой вот классный стенд. Можно поиграть в игру. Да, классно. Собираешь цветочки, облетаешь препятствия. А, вот да, упал. Ну, в общем, вот так вот. Такая игра. Пойдем дальше. Очень интерактивный. Смотрите. Зашел и булье уже находишься. Тут вот VR-box. Стоим в очереди посмотреть, да? Да. Давай, расскажешь свои ощущения. А мы с себя посмеемся со стороны. Где ты, Андрей? Комнате. Что ты видишь? Ковер. Убери руки. Тебя вообще не видно. А я вообще не стою. So this is your inside of the vehicle. Turn around. 360. Ну говори. Классно, что впереди. А, все, я короче, в улье пчелина. Я пчелиномор. Да? У меня сетчатое дно здесь вот. You can download application and search different rubies with application. Ух ты. А ну что там дальше? Класс. Ты видел? Where is download? Download. iPhone. App Store, yeah. App Store. ARB World. Смотри, какую ребята запилили. ARB World.
ARB World. ARB World. Вот такое. Сейчас, секунду. Turn around. Turn around. 360. Я сейчас на пасеке. Что там, мед есть? Нет, три улика стоит. Я пчела, походу, слышишь? Да? Так, скачиваем вот такое вот приложение. You have two different movies. You can fly like a bee, you can be inside of the beehive. Сейчас загружаем его. Далеко буду лететь. I fly? You are flying? Flying. All right. Мед неси. Так, у меня тут небольшая пасека. Я пчела, у меня небольшая пасека. У тебя нету пасеки, ты в семье. Я еще камеру несу, походу, почему-то. Мне просто интересно, долго ли я буду лететь. Ну тут озеро, кожа. Так, скачали мы приложение. Сейчас покажем, как у вас оно работает. Так, даем разрешение. Вот, и смотрите, я навожу телефон, допустим, на какую-то штуку. Как он это делает? Так, ага, вот, смотрите. И нажимаю видео и вижу, вот представьте, ну реально происходит вот это, а в телефоне я вижу вот это. Класс. Так, попробуем дальше. Не работает, да? Вот. Смотрите, вот реально... Ты видел? Скачал приложение, смотри, вот реально... Как я вижу, да? Да, вот реально, короче, я навожу, у меня появляется в телефоне вот такая кнопочка, я ее нажимаю. Ну, вы видите, ничего не происходит, а происходит... А я вижу это вот так. Причем, что телефоном вожу. Интересно. Так, ладно, что? Словенский с мегаинтерактивный павильон. Знаменитый Wow High. Вот, часто спрашивают, сколько он стоит. Будет ли он у нас? Не знаю, готовы ли мы с таким ценам. Сейчас спросим. Ну, улей, вы понимаете, да, сделал очень дорого, но суть здесь не в улье самом, а в рамке. Вот смотрите, так рамка стоит с улочками, как положено, да, а здесь при этом очень плотно, друг дружки. Вот, а вот это ключ, ну, у нас был уже обзор этого улья, где, можете посмотреть на канале, вернее, рамки, улья, да. Ну, sorry. Sorry. А вот. Sorry. What price one frame? I don't sell just the one frame. It's a harvesting system. I understand. So, I know of this. Okay. For our clients, one frame, what price? I don't sell them just for one frame. It's okay. You can buy for the whole super. I was six for three, six or seven. Uh-huh. Okay. So. Because the fit in the size here is very important for the success of the frame. So the fit must be correct so that the bees don't come out here. Yeah? I understand that. Six frame price. So the six frame price, do you want just the frames, not the super? Just the frames are $389 for six. Australian dollars. US dollars. Ah, US 300. Thank you, thank you. Ну, смотрите, да? Вот в Австралии они стоят
300 долларов, 6 рамок, да? То есть одна, ну, одно нет смысла брать, потому что это, как сказал консультант, ну, это комплекс, то есть он идет или на 6, или на 7 рамок. То есть без корпуса, корпус, я думаю, сделать не тяжело. Без корпуса, вот как ты считаешь, без корпуса 6 рамок стоит в Австралии 300 долларов, то есть без, ну, без доставки. Ну, 300 долларов без доставки, считайте, что это 100 долларов рамка с доставкой, да? Ну, вот готовы вы 3000 гривен, ну, 2800 выложить за рамки или нет? Так, стенды рано, да, одежда, посмотрим, что у нас тут инвентарь. Ух ты, здесь у них очень солнечная технология. Иди сюда. Вот. Это набащивательные на солнечной батареи, так понимаю, как-то так, похоже. Дальше мед. Так, опять. Это наващиватель, да? Нет. А что это? Смотри, перед ульями стоит. Перед ульями. И что? Что, отбирают у них пыльцу или что? What is this do? The bee is sit and what? And what? Тепленькая прилетная доска или что? Я не понимаю. Ну давайте посмотрим. Непонятно, короче. А вот эта штука классная. Но и у нас уже в Беларуси ребята делают, и у нас уже можно купить ее. В Украине скоро, возможно, и у нас появится магазин, это станок для искусственного синения маток, насколько я понимаю. Яд? Ну вот, смотри, вот это же пластмасски, вот это... стекло, да, веном коллектор. Пчела, пчелу бьет током, походу. И что, они жалят? Жалят. Ну, короче, такой без... Не знаю, что это. Ну, как яд, походу, собирать? Ну, кто знает, напишите. Если это реально их бьют током и пчелы жалят, так собирается, то это как-то, по мне, не очень гуманно по отношению к пчелам. Это мехнодымарь резиновый. Вот. То есть сломался вот этот, не кожа, а резина. Ну, в принципе, почему нет? Почему нет? Зачем кожа нужна, если резина дешевле будет? Минске. Смотри, мехнодыма резиновые. Ух ты. Вот их не. А вот ножки. Смотри, подставка на ножках. Интересное решение. Вот тут у нас вот стоят ульи на поддонах. У нас подставка есть. Вот есть дно. Есть дно. Дно. Четыре вставлены ножки. И как бы ничего другого не надо. Вот такое же как сетчатое дно. Да, я думаю, что... Смотри, вот дерево немножко, в принципе, из деревянной, но уже все практически заменено пластиком. Я думаю, скоро и у нас к этому придет. Потому что почему так у людей происходит? Почему они внедряют пластик? Да? Потому что, вот смотрите, кто тут? Иран, да? Иран и Турция. По пластику очень-очень много всего. Потому что у людей с лесом проблемы. Это не то, что у нас богатая лесом страна. А у людей проблемы, они пытаются его заменить. Вот, пожалуйста. Так, Андрей, посмотри, я день, ну реально. На луноход, да, реально. А вот, я же говорю, смотри, дерево совсем немножко, да, все не выбросили, а пластик уже заменяет некоторые детали. Так, что у нас тут? Опять изолятор Миленина. Это изолятор матки. Ну, вот.
Кабачки, сот уже есть, походу уже есть. Иранский сот, жанр, воронки, сам. Ага, с луком убивают жука. Но такой еще технологии я не слышал. Революционные методы контроля, ну, с помощью звука 100% натуральное. Тру-ля-ля. Но если звуком реально, то капец. То капец. Да и откуда технология? You must do the normality follow. For the natural. Don't mash it. But when you have five baroa induction for a day, factor for 400, you have circa 2,000 baroa in the family. Okay? This is important. 4 days? Yes. And you're beginning for the sound. On the 40 days, you're looking. But this is alone for the test. For the praxis, no. But you will listen, what is the percent for the functionation? For the 40 days, you make auxilia. For the medical. For looking the follow-up. When 200 MIPS go down, you have 90%. Вот здесь 40-90% после того, как с использованием этого устройства. Ну, хотелось бы как бы посмотреть. Ну, хорошо, а цена? Я же спрашиваю, не говорю. Не говорю. Ищит противно. Вам противно? Ну да, такой звук специфический. Вот Андрей даже клещ отпал. Или специфический звук такой. Да, согласен, ну это инфразвук. Не, ну интересно. This is one piece for one behind, да? Интересно, отправляет или нет? What price of one? 60 euro. 60 euro? Yes. Ну ладно. This is only... Only this box, this battery is... No, battery no. Ну, как раньше, 60 евро, я думаю, батарею подобрать. Thank you. Ну, как бы, интересно, да? Технология, хотелось бы использовать. 60 евро. А что? Интересно. А, вот тут на сайте есть. А ты взял, да? Ворова сам дает. Изучайте. Так, мед, мед, мед. Ты не знаешь? Не. Как не знаешь? Забороны. Что у нас тут? Деревообработка. О, здравствуйте. А, это наш стенд. Спилки пасечник Украины, правильно? Кто такой? Почему не знаем? Это вы не знаете, все написано было. Я по вас скажу, кто такой, почему не знаю? Не знаю, чего вы нас не знаете. Что это? Поднимай ты? Что это? Ну, типа тоже, я так понимаю, как кассета, да, маленькая. Это не кода. А вот здесь. А, это здесь есть постолка. А, электрический дымарь. Ручка для дымаря это, вот, видите? Да, да. Раздувать батарейку, представляешь, походу. Прикольно. Ну, у европейцев. Да. У европейцев. В Европе уже вот даже дымарь. Даже дымарь раздуть не могут без электричества. Так, мед, 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 одежда. Ну, не знаю, стоит делать обзор, потому что у каждого свое мнение по одежде. Вот видите, двойная сетка, да? То есть крупная и маленькая. И достанет она или не достанет. Мне не самое большое, что меня интересует. Опять-таки, одежда, вот, у них сетка, блин. Просто, понимаешь, то, что сетка, не факт, что он не будет пропускать воду. Будет, вернее, пропускать воду. Это сирийцы, да? Кожаные перчатки, 7 евро. 7 евро у нас стоит. На 10, да? Но... Попробовать, да? Много людей.
пойти попробовать, а ну. Такие же? Да не тоньше, чем у нас. Мягче. Тоньше. Я боюсь, что прокусит. Ну как ты говорил, козлиная кожа? Ну, возможно. Ну, будем тестировать, если что. Да. Вот, блин, по медам, а вот такой интересный торт. Если с ним фоткается, на Пимондио.